Привет, мои хорошие. Только что с рынка пришла. Так, чего я мучаюсь-то? Только что пришла с рынка. У нас сегодня вторник. И думаю, прежде чем пойти на курсы, быстро-быстро сбегаю. Купила в основном фрукты. Хотела показать вам быстренько цены. Сейчас пробегусь по ценам. Видео будет коротеньким. Так-с. Хурма. Мягкая такая, я не знаю, как она называется, хурма или королек, но то, что не вяжет. Килограмм 4 лиры, здесь на 5 лир. А здесь тонкое тесто и юбка, которые я всегда использую в готовке. Вот она. Здесь 3 штуки. 3 штуки, что-то около 5 лир. Так. Ой, нос чуть-чуть что-то течет. Здесь у меня брокколи и сельдерей. В прошлый раз я покупала в магазине, было дешевле. Сегодня купила на рынке килограмм сельдерея и килограмм брокколи по одной цене 4 лиры. Я вытаскивать сельдерей не буду. В принципе, все мы знаем, как это добро выглядит. Вот. И это килограмм 4 лиры, и сельдерей тоже по 4 лиры кило. Так, мандарины. Мандарины стоили 4 кило 5 лир. Это значит 2 кило 2,5 лиры. Так, у меня здесь 2 кило на 2,5 лиры. Айва. Мы с мужем просто обожаем айву. Как сезон начинается, у нас постоянно дома бывает айва. Килограмм 2,5 лиры. Так. Дальше. Купила я немного, потому что я тащила сама, мужа нет, машины нет, а таскать не хотелось. Килограмм помидоры, килограмм 3 лиры. Цены разные, от 2,5 лир и выше. Помидоры сейчас не очень хорошие, такие как камень, деревянные прям. Яблоки взяла для мужа. Мелкие взяла специально, потому что крупные он не особо ест. Килограмм 3 лиры вот такие яблоки. Ну и, конечно же, как же без грибов. Взяла сегодня покрупнее грибы. Хочу сделать их с начинкой. Килограмм на рынке был 8 лир. Я взяла полкило. И бананы. Бананы местные называются, вот такие мелкие. Они дешевле, чем обычные. Эти килограмм 5 лир. Ну, все, мои хорошие. Больше я ничего не купила. Затягивать видео не буду. Цены где-нибудь я в рублях и в долларах напишу, как обычно. Цены сегодня какое число? По-моему, 5 декабря, если не ошибаюсь. На 5 декабря. Вот. Все, закрываюсь пока. Мои хорошие, еду на курсы в автобусе. Хочу немножечко вам измер снять с окна автобуса. Наверное, шум автобуса будет, но все равно, посмотрите. Это такой старенький район здесь. Здесь постройки очень старые. А вот сейчас начнется очень красивый вид на город. Там пониже будет еще раз красивая панорама. Если автобус будет очень медленно поворачивать, то вы сможете посмотреть эту красивую панораму. Смотрите на эту старую постройку. Ну, здесь, конечно, никто не живет, вот в этом розовом доме. А вот в этом рядом живет. Ну, и здесь машина стоит. Весь вид испортила. Сейчас моя остановка будет, я сойду. И минут 15 мне пешочком идти до моих курсов.
полупустой сегодня. Ну, потому что дневное время. Вечером будет все забито, когда я буду домой возвращаться. Вот здесь слева какой-то музей. Я еще в нем не была, но видела надпись, что есть музей. Так, здесь начинаются пробки. Так как мы к центру города приближаемся, приблизились, точнее, начинаются пробки. Ну все, закрываюсь пока. Я вам еще сниму, конечно же, по дороге. А, вот вход в музей. Видимо, вон то здание, это музей. Так. Мне нужно перейти на ту сторону. Я иду по мосту. Сейчас отсюда тоже немножко вам сниму наш город. Я на каблуках, поэтому у меня камера немножко трясется. Здесь такой центр, знаете, автобусы в разные стороны города, которые едут автобусы, собираются вот здесь, вот в той части под мостом. Здесь остановка. Это район Конок. Ни разу я вам его снимала. Мост этот построили буквально год, может быть, полтора назад. А так переход был подземный. Там старый район Измира, старые дома, видите? На меня все здесь так смотрят, как на туриста. Они точно, наверное, думают, я туристка. Ну, пусть думают. Я пока камеру закрывать не буду вам. Хочу показать дорогу, по которой я топаю на курсы. Если бы у меня в руках не было бы тяжелой папки с тетрадками и с книжкой, мне было бы проще снимать. Телефон бы не трясся. Здесь всегда продают воду, лотерейные билеты и симиты. Симиты – это круглые бублики, которые очень любят турки. Именно в Измире этот симит называют гевреком. Народу здесь, конечно, очень много. Здесь, это, по-моему, справа культурный центр. Муж прервал мою съемку своим звонком. Пришлось отключиться. Вот здесь часто я вижу
слепых. Здесь, по-моему, библиотека. Да, здесь библиотека, вот слева. Часто вижу здесь слепых. Кстати, насчет погоды. Сегодня показывает 14 градусов, но якобы ощущается как 12. Но знаете, что я скажу? Я ощущаю эти 14 градусов, как все 18-20. Мне сегодня жарко. Обычно я мерзну, но сегодня прям аж жарко мне. Я выходила, у меня на шее был шарфик, его тоже я сняла. Так, я опаздываю, поэтому пока временно все-таки придется мне закрыть камеру, потому что когда я снимаю, я не могу быстро-быстро идти. Кстати, вот Измирский театр. Девлет театрусу, государственный театр. Ай, ну все, закрываюсь пока. Итак, что на ужин? Готовлю на ужин перчики начиненные, рис с мясом, помидор, лук. Ну, как наши голубцы мы делаем, долмашки, то есть. И здесь будет у меня, горячо, супчик будет у меня с булгуром. Так, знаете, что я сегодня сделала? Я сегодня первый раз за все проживание в Турции купила домой местные печенья. Они мне настолько понравились, печенье с апельсином. Мы с девочками после курсов вышли и присели в кафе попить чай. И как раз их только-только испекли, горячие. Я попила чаю вместе с ними. Очень вкусно, бесподобно, мне очень понравилось. Поэтому я домой тоже купила. Вот так вот. Муж мой ждет бедный ужин, хотя у нас был договор, что я ужины дома не готовлю, но мне его стало настолько жалко, я решила его покормить. Тем более он сегодня очень рано встал и ушел, даже не позавтракал. Все, закрываюсь, мои хорошие, нам приятного аппетита. Привет, мои хорошие. У меня началось утро очередного дня, точнее это уже день, сейчас 12 часов. 6 декабря сегодня. По идее, я должна была сегодня быть на курсах, но так как они были сегодня в утреннее время, я на курсы не пошла. Я только встала с постели. Встала с постели, что я делаю? Первым делом я открываю окно. Какая бы погода ни была, разницы нет, я открываю окно, чтобы проветрить обязательно спальню. Ну и подышать свежим воздухом. Погода сегодня, в принципе, неплохая, солнышко, но холодно. Собираю свои волосы, иду в ванну умываться. Да, 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 да. Мужа дома нет, он сегодня ушел рано. Я ему будильник ставила на 8 часов, поэтому я даже не знаю, во сколько он ушел, но факт, что встал очень рано. Буду я умываться, потом полностью сделаю уход из вот этого вот. Вот этими вот средствами, которые я получила на днях. Ну, неделю назад, наверное. Дальше я нанесу маску на волосы. Потому что сегодня я буду мыть волосы свои. Нанесу маску. Не знаю, что это будет. Может, масло просто нанесу, может, маску нанесу. Но что-то точно нанесу на волосы. Вот. И буду делать дома уборку. Сегодня буду я убираться, потому что 2 дня я уборку не делала. Ну, уборку не делала, это значит, полы не протирала. И у нас хватает даже один день полы не протереть. Квартира полностью покрывается пылью. Именно домашней комнатной пылью вещевой. Вот нужно все это протереть, пыль, полы, цветочки полить. Короче, сегодня я домашняя девочка. Да, и вечером должны приехать опять друзья мужа. Вот эта пара семейная. Нашу машину обратно должны привезти.
И жена мужа друга уезжает обратно в Голландию. Она сюда по работе приезжала, кстати. В Анталию по работе на выставку приезжал. А жена уедет, муж останется. Скорее всего, я не знаю, я у мужа не спросила, сегодня жена уезжает или завтра. Ну, факт, что вечером они у нас, и мне нужно будет что-нибудь приготовить на вечер. Вот. И обязательно надо будет привести ногти в порядок, потому что мой лак облезла на краях, видите. Ну, короче, весь распорядок дня, который у меня будет, я вам рассказала. Все закрываюсь, мои хорошие, умоюсь и займусь делами. Ну, между делом, конечно, я еще позавтракаю. Девчонки, спешу поделиться. Расцвел наконец-то мой декабрист. Вот смотрите. Это вчера цветочек распустился. Вот сегодня куча цветов еще будет у него. На каждом, почти на каждом листочке собирается выйти цветок. Честно сказать, очень рада. Настроение прям так поднялось с утра. Вот, смотрите. Вот это все расцветет почти одновременно. Это будет очень красиво. Кстати, у меня здесь два декабриста, они разных цветов. Этот вот, видите, красный, а этот должен быть розовый, насколько я помню. Будем ждать, пока он тоже расцветет. Это будет долго, он будет цвести, я чувствую, потому что здесь вот совсем манюсенькие еще есть. Они будут долго раскрываться, подрастать, потом раскрываться. Сделала я уборку. Теперь можно смело в душ. Все, закрываюсь.